«Чудесный путеводитель по Гвинту» — это особая книга, которая помогает найти карты для Гвинта. Она появилась с патчем 1.2.0 или 1.2.1, но не добавляется в инвентарь. Ее нужно сначала найти, купить и прочесть. Так где ее найти? Спросите вы. Книга лежит в лавке у ближайшего торговца, что находится у моста Святого Григора. Просто подходим к продавцу и просим показать товары. После чего ищем нужную книгу и покупаем ее. Приветствую еще раз. Ну так как? Интересуют тебя памятные вещицы, оставшиеся от мага Эрамоса? Они еще продаются. Покажи мне свои товары. Судя по всему, книга не показывает, где конкретно находятся карты для Гвинта. Она лишь указывает название материка и количество оставшихся карт. А искать все равно придется самостоятельно.